Приветствую вас, меня зовут Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня представляю новинку из 14-го каталога. Это гармонизирующая тональная основа Giordani Gold с эффектом сияния. Тональная основа приходит в картонной коробочке, произведена в Польше. Дизайн очень стильный, стеклянный флакон и золотистый колпачок. Особенно мне нравится, когда тональная основа с дозатором, и именно в этой модели реализован такой эффект. Итак, подробнее о тональной основе вы можете увидеть на моей коже. На левой половинке лица я нанесла тон, правую оставила без тона, чтобы вы увидели, какая у меня кожа. У меня расширенные широкие поры, кожа у меня комбинированная, то есть вот уже прошло некоторое время после того, как я умывалась, нанесла полный уход, и видно, что появился блеск на коже. А с правой стороны мы видим легкое сияние. Итак, как работает тональная основа? Она не забивает поры, она не корректирующая, то есть она наносится ровным слоем. У меня такое ощущение, как будто бы это вторая кожа. Она не перекрывает все недостатки, потому что она не такая плотная, как корректирующие тональные основы, но она делает лицо визуально молодым. Если сравнить две половинки, то видно, что эта половина более такая сияющая, здоровый тон, ровный тон, поры абсолютно все скрыты, то есть она полностью как будто, знаете, растекается, и пор не видно абсолютно. Она идеально подойдет даже для обладательниц чувствительной кожи, и это замечательно. Итак, что я еще отметила: тональную основу можно классно наслаивать, то есть нанесли один слой, дали впитаться, она подстраивается моментально под тон кожи, потому что сначала, когда я наношу, я вижу разницу тона, а потом эта разница исчезает. Мой оттенок сейчас ванильный, код оттенка 42-362, и вы видите, что разницы то нет по тону. И я хочу вам сказать еще важный момент, что здесь содержится SPF 35, а это тоже важно, потому что в наше время сейчас мы максимально стараемся защитить свое тело, особенно кожу, от преждевременного старения, поэтому чем выше SPF, тем лучше защита. Ну и что я еще хочу сказать: для каждой из нас очень важно, чтобы тональная основа была идеальна, чтобы она не доставляла никаких дискомфортных ощущений, чтобы она справлялась с задачами такими, как выровнять тон кожи, подчеркнуть красоту нашей кожи, сделать ее ровной, сияющей, омолаживающий эффект. И вот здесь, в этой тональной основе, я нашла все необходимое. Мне очень нравится это легкое свечение, кожа не выглядит жирной, а именно дается такая красивая, деликатная подсветка. И я специально нанесла только на одну половинку, чтобы вместе с вами попробовать тон уже на второй половинке. Но прежде чем мы попробуем тональную основу, я хочу вам показать сравнение с нашей минеральной тональной основой, покажу разницу на руке, и вы сразу увидите вот это отличие между тональными основами. Обратите внимание, что эта тональная основа дает такой ровный сияющий тон за счет того, что содержит микс светоотражающих пептидов и специальных цветовыравнивающих пигментов, которые делают темные пятна, покраснения на коже менее заметны, и это придает коже сияние. Смотрите, какая капля, вот прям кажется, что она сейчас лопнет. А попробую рядышком нанести тональную основу минеральную, и вы сразу увидите разницу, то есть это намного выглядит гуще, видите, даже капля стоит по-другому, то есть сразу видно, что здесь у нас легенькая такая жиденькая увлажняющая текстура, кстати, не забивает поры, формула не комедогенная, SPF 35, какая шикарная защита. Вот, не ориентируемся на цвета в каталоге, потому что они сильно отличаются, и помним, что тональная основа очень классно подстраивается под наш тон кожи. Ну вот для сравнения распределю минеральную тональную основу, видно, насколько она плотнее, то есть она дает сразу такой плотный густой слой, очень много я нанесла. Вот что еще важно хочу вам сказать, что при заказе новинки вы получаете в подарок
великолепную объемную подкручивающую тушь для ресничек с такой интересной кисточкой. Смотрите, в форме волны вы получите такую тушь, и ваши ресницы будут длинные, изогнутые и объемные. А также эта тушь очень классно ухаживает за ресничками, у нее богатый питательный состав. А сейчас попробуем нанести тон на вторую половинку лица. Я беру небольшое количество тона, на самом деле мне достаточно 3 нажатия для того, чтобы все лицо выровнять. Наношу тон спонжем, можно использовать кисть, все что вам угодно, все что удобно, и начинаю с внешней стороны и аккуратно подхожу к центральной части. Так вот что у меня получилось на ваших глазах легким движением руки. Просто тональная основа идеально растекается по коже, выравнивает поры, кожа становится ровная, идеальная и сияющая. По желанию можно уже наносить пудру, румяна, хайлайтер, если есть необходимость, и завершать макияж. Но это еще не все, я хочу вам показать, что произойдет, если наслоить тональную основу и сделать еще один слой, дав первому слою немножечко устояться и впитаться. Итак, я беру еще каплю тона и пройдусь по левой стороне, на которой тон уже улегся. Итак, наслоила второй слой с левой стороны, и мне кажется, сразу видно, что лицо стало еще более ровным, ухоженным, и скрылись практически полностью маленькие пятнышки пигментные, которые после нанесения первого слоя немножечко просвечивали. Ну что сказать, я очень довольна тональной основой, с удовольствием ей пользуюсь, мне нравится весь ее шикарный набор качеств, которые она содержит, и я вам рекомендую попробовать этот тон. А когда попробуете, напишите свой отзыв, понравилось, не понравилось, какие ощущения, какие впечатления, буду вам очень благодарна. А если видео полезное, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых роликах. Всего вам доброго, до новых встреч.